20 лет назад это было лучшее университетское учреждение. Ну, к сожалению, это гордость. Да. Ну, будет еще лучше. Построили в 2003 году. Спустя 20 лет зданию потребовался капитальный ремонт. Больничный комплекс не просто обновляют, а выводят на новый уровень. Готовятся открыть современный сосудистый центр. Здесь, в этом корпусе, у нас будет находиться и сосудистая хирургия, и оказание помощи пациентам с инфарктами, и с инсультами. Здесь будут открыты операционные эндоваскулярного характера для того, чтобы можно было оказывать эндоваскулярную помощь пациенту. Это самые современные технологии. Готовность 15%. Завершили демонтаж. Сейчас выкладывают перегородки, устанавливают трубы, обновляют крышу. Важно усилить все конструкции и устранить трещины в кирпичных стенах. Как раз напротив них стоим. Но это меньше из бед. Мы поставили мониторинг маяков, каждый день отслеживаем, каждый день. Да, и да. Принять пациентов центр сможет уже в следующем году, и не только их. В приоритете повышения квалификации врачей в обновленном стационаре планируют открыть обучающий центр. Поэтому здесь подразумевается привлечение еще и университетских клиник, то есть непосредственно ведущих вузов нашей страны. Таким образом, здесь будут создаваться передовые абсолютно технологии, которые позволят на новый уровень вывести здравоохранение непосредственно в Одинцовском округе и в Московской области в целом. Ну а пока впереди месяцы напряженной работы от черновой отделки к чистовой, от пустых помещений к оснащенным передовой техникой, кабинетам, операционным и палатам. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».